Проект «Синегорье» – фестиваль, праздник. Поверьте, наверное, сегодня в России более значимых, более ярких, объединяющих проектов, они единицы. Южный Урал – центр фольклорного искусства. С 8 по 14 октября при поддержке губернатора пройдут 10 концертов в Челябинске и области. Фестиваль начался с детского конкурсного отбора «Уральская высота» на приз государственного ансамбля «Танца Урал». Мы очень рады и счастливы, что мы соединили два фестиваля в одно, сделали их под эгидой «Синегорья». Очень рады и хорошие отзывы получили от руководителей детских коллективов, потому что они имеют возможность и привести детей, посмотреть взрослые профессиональные коллективы, которые уникальны по своей сути. Для молодых артистов выдалась возможность поучаствовать в мастер-классе от опытных гостей Южного Урала. Возможности танцоров Челябинской области не разочаровали руководителей. Вроде час. Думал, как это сделать. Все-таки национальный танец бывает по-абхазски. Абхаз не каждый сможет сразу станцевать. Думаю, начну потихоньку. Азы, раз, два, три, вот так вот. Первые 15 минут. Как часы, все движения уже основные знают. Все остальное время они просто уже танцевали, чуть ли постановку уже не пришлось сделать. В этот раз свое искусство зрителям представляют танцевальные и певческие коллективы Дагестана, Абхазии, Башкортостана и России. Накануне в стенах концертного зала имени Прокофьева выступил легендарный государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Коллективы встречали зрители в Кослях, Троицке, Садке, Озерске, Кыштыме и Челябинске. Талантливые мастера народного творчества высоко оценили интерес публики к фольклорной культуре. Когда ты видишь практически полный зал, ты видишь этот восторг, это счастье, это уважение к коллективу. Это, конечно, настолько заводит артистов. Их сердца, их души, их любовь, она, конечно же, остается здесь. «Синегорье» проходит раз в два года. С 2021-го он станет ежегодным. Фестиваль приурочат ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Мы надеемся, что это в следующем году у нас, ну, то, что все наши коллективы, сидящие за этим столом, я думаю, что мы с радостью всех увидим снова. Но, естественно, будет пополняться коллективы, география расширяться, это обязательно. Обязательно. Первый фестиваль национальных культур «Синегорье» состоялся в Челябинске в 2005 году, заявив о себе как о масштабном фольклорном форуме. Сегодня он оценивается как уникальное событие, дающее участникам коллектива и зрителям межкультурную коммуникацию. Иван Наконечный, Виктор Щелков, Урал-1.